Дайте мне еще один час, ладно? Я отдам наркотики и деньги. Вот хренотень. Зои? А ты здесь надолго? Как получится. Я приехала, чтобы узнать, кто убил моего брата. Мой брат исчез с лица земли 20 лет назад. Расследования не будет. Они были друзьями Акселя. Мне они кажутся подозрительными. Когда вы последний раз виделись? На его вечеринке. Это было нечто. Мы прошли все это 20 лет назад, все по новой? Он определенно что-то скрывает. Все катится к чертям. Полиция готовит большую операцию, так что остров должен быть безупречно чистым. Я рассказала все полиции. Про яхту, наркотики. Успокойся! Не могу я успокоиться, черт! Я не уеду с Ибицы, пока не получу то, зачем сюда приехал. Правда. Недостающие детали сойдутся, и тогда я исцелюсь. Ты в глубокой жопе! У всех была причина ненавидеть Акселя. Когда ты узнаешь правду, она оставляет на сердце лишь холод.